Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вы смотрите программу «Прогноз погоды». Партнер программы «Современная медицинская клиника». Стесняетесь своей улыбки и боитесь улыбнуться на людях? Решение есть! Протезирование в современной медицинской клинике. Приглашают на бесплатную консультацию. Вас осмотрит стоматолог-ортопед. Врач составит оптимальный для вас план лечения. Подберет вариант протезирования для любого бюджета. Предоставляются скидки для пенсионеров, людей с инвалидностью и членов профсоюзных организаций. Записывайтесь по телефону 30350. И о погоде, по данным синоптиков, завтра, 18 августа, в Печоре ожидается переменная облачность, ночью небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1,5 метра в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет плюс 6,8, а завтра днем 18-20 градусов тепла. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще ежедневное новостное вещание на телевидении. Вы смотрели прогноз погоды. В студии был Антон Торопов. Всего доброго, до свидания.